Привет, друзья, алоха, криптовалютчики! Сегодня я хочу рассказать вам об очередном интереснейшем блокчейн-стартапе. Давайте разбираться, почему он привлек мое внимание. Название его — LeapChain. Что же такое LeapChain? LeapChain — это децентрализованная экосистема, которая призвана объединить серферов и спонсоров, проводить неофициальные соревнования и дать возможность к круглогодичному тренировочному процессу. Вы знаете, что в мире существует более 60 миллионов серферов, 60 миллионов человек, которые обожают кататься на серфинге и хотят развиваться, идти вперед. Вот это да, возможно, даже вы когда-то мечтали встать на доску и прокатиться на волнах под ярким солнцем. Это круто, это интересно. Так вот, LeapChain хочет объединить всех этих людей. Ну, во-первых, проект привлек мое внимание из-за того, что он довольно необычный. Во-вторых, как мы с вами видим, уже приличное количество токенов реализовано. Как можем наблюдать, LeapToken стоит 10 центов, 55 миллионов с лишним было уже продано. Соответственно, более 5,5 миллионов долларов они собрали. Я вам рекомендую более подробно о технологии читать в white paper данного проекта. У них здесь есть summary, описание рынка, проблем, решений, экономики, безопасности, кошелек, ICO, токен и распределение средств, дорожная карта, команды и советники, а также юридический дисклеймер. Ну, кому лень, читайте хотя бы one page. Мы с вами давайте в двух словах попытаемся разобраться, в чем же фишка, что такое есть LeapChain. LeapChain будет работать предельно легко и просто. Всем пользователям по всему миру будет доступно мобильное приложение, которое смогут использовать серферы и морячки для того, чтобы размещать в этом приложении свои видео и фото, то есть интересный цифровой контент. Глобальное сообщество будет голосовать за лучших серферов и выбирать чемпионов каждый месяц. И, соответственно, атлеты, спортсмены смогут заработать токены за свой контент от спонсоров, смогут заявить о себе в мире серфинга. Дальше, держатели токенов LeapS будут иметь возможность потратить их и вообще будут иметь доступ к дисконтным продуктам, к дисконтным товарам и услугам в мире серфинга. А также будет осуществляться строительство так называемых wave pools, то есть волновых бассейнов, искусственных бассейнов с волнами, для того, чтобы осуществлять круглогодичное обучение, круглогодичные тренировки. В конечном итоге вообще будет построен LeapChain курорт целый городок для серферов. Вот так, друзья, в следующем видео я расскажу вам об основных проблемах и решениях, которые предложит LeapChain. Мы поговорим о дорожной карте, о команде, о токен сейле и многом-многом другом. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, следите за LeapChain и до новых встреч.